Всем привет, друзья! У меня был день рождения. И, в общем, буду сегодня распаковывать подарки. Вот такой вот набор акриловых красок. Мне очень интересно. Давайте распакуем и посмотрим вместе с вами, что здесь представлено. Давайте на коробочке посмотрим. 23 цвета пишут, по 75 миллилитров тюбик. Акриловые краски. В общем, давайте смотреть. Распаковываем. Ой, смотрите, тут не просто краски. Кисточки. Вы знаете, я эти кисточки покупаю отдельно этой фирмы Prima. И они мне очень нравятся. Они мягкие. И я ими рисовала свою коллекцию цветов. Мне очень они нравятся. Это здорово, что тут есть кисточки. Неожиданно. Я еще тут вижу холсты. Вот это да. Интересно. Можно нарисовать на этих холстах какие-нибудь новогодние сюжеты, открыточки. И подарить тому, кто мне подарил эти краски. Так, смотрю, тут пустые. Интересно. 16, а написано 23. Давайте считать, сколько здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16. 23, это, наверное, 23 всего. Всего, что здесь лежит, 23. 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23. Я как бухгалтер должна все проверить. Ну что, акриловые краски. Цвета здесь интересные. Не только классические белые. Есть металлик, смотрите, металлик серебристый и золотой. Классно. Это белый. Я вам скажу, что я такие краски покупаю серый. Каждый тюбик стоит около 3,5 евро. Вот такие краски акриловые. Мне очень нравится, что их можно повесить на стеночку. Кстати, синим я рисовала картину. Сейчас я вам покажу. Она мне прям рядом со мной. Моего Давида. Вот такой вот синий, он яркий достаточно. Следующая у меня картина будет Венера. И вот как раз красками этими я буду рисовать. Фон у крас... Венера у меня будет розовая. Розовая. Может быть, даже такой цвет. Посмотрите, какой красивый. А будет голубой. То есть все наоборот. Если у меня Давид, то у него фон розовый был самым синий, то здесь все наоборот. У меня непонятно байт. Это вообще паста. Это паста. Структурная паста. Очень круто. Попробую сделать пастой что-нибудь. Какие еще тут цвета? Зеленые. В общем, что я вам хочу сказать. Я этими красками рисую. Они мне нравятся. Они не такие прям плотные, но в то же время хорошо держат форму, не растекаются. Яркие. При высыхании не теряют свой цвет. Это фирма Prima. Это считается фирма для... хендмейда, для творчества. Не скажем, что это прям профессиональные супер-пупер краски, но я пробовала и профессиональные, которые у меня есть. Я не вижу сильного отличия. Может быть, потому что я еще с акрилом не так много работаю, но в целом у меня есть тюбик за 10 евро акриловый и вот тюбик за 3.
разницы в этих красках я не увидела. Давайте посмотрим прямо на цвета. Получится замазать. Так. Смотрите, как точечно. Закрывать аккуратно, плотно. Смотрите, капля держится. Сейчас сделаем дотс капельки. Здесь вам видно, что я тут делаю. Когда новые краски, так как-то жалко. Ну, это акрил. Давайте серебряный пройдемся. Видите, попадая на золото, он быстро впитывается и не очень. Я решила все выдавить и посмотреть, потому что так не очень удобно выдавливать и рассказывать, показывать. В общем, что хочу сказать. Очень разная консистенция у каждой краски. Например, черный, вот смотрите, когда я его первый, да, налила, он держит форму. Несмотря на это, он по внешне кажется очень такой жидкий, но он держит форму. Серебристый золотой был очень прозрачный. Розовый очень жидкий. Синий, наоборот, еле выдавило. Такое ощущение, что он прям либо суховат, что ли. Рядом фиолетовый, он тоже жидкий. Зеленый плотный, коричневый плотный. Охра такая средней плотности, белила плотные, желтый плотный, оранжевый и розовый. Но плотность очень разная у всех. То есть, если фиолетовый кажется плотненький, но он тоже, видите, растекается. Зеленый никуда не девается. В общем, сейчас я буду размазывать. Вот чувствуется по настроению даже кисточки, что очень-очень жиденько. А вот если я беру оранжевую, она уже погуще. Кажется плотным, но начинаешь его размазывать, и он такой жиденький. Синий очень странный, сразу скажу. Зеленый приятный. Акрил есть акрил. Ну, я думаю, что как и в красках масляных, они бывают разные, плотности разные, соответственно, по текстуре, по цвету. А производство гораздо быстрее, потому что акрилом, получается, сохнет быстро, и ты можешь нарисовать одну картину в день, ее тут же выставить, и получается, что уже она у тебя на продаже. От масла я тоже не отказываюсь, потому что моя абстрактная живопись, она построена на масле, и я ее очень люблю, именно этот материал. Поэтому вот так вот. Акрил чем хорош? Он быстро высыхает, и еще, так как он водорастворимый, он быстро смывается. То есть кисточку вот поработали и прям сразу помыли, и продолжаете заново работать. Буду экспериментировать, и чего и вам желаю. Вдохновения вам и новых возможностей.